Макару сегодня подарили машинку, открыли новую на пульте, крутую тачку. Мишелька лежала на полу. У нее зуб сегодня болит, второй день очень сильно. И она спокойно лежала, никого не трогала. Макар покатался по ее волосам. И решил дредики сделать. И решил сделать ей дреды. Мы уже полчаса пытаемся. Макар, не надо. Макар, не включай пульт. Он еще его включил. Ты че? Да. Мы уже полчаса пытаемся это все распутать. О, а, по-моему, да. Мы близки к развязке уже. Кажется, эта машина сегодня уже хана. Машине? Нет, ты за свои волосы переживай. Может быть, хана. Ау. Блин. Просто труба какая-то. У меня обуви. Макарушка, вот, Мишелька, если бы ты утром встала и заплела волосы в косичку, вот такого бы не было. Я сегодня Еву просила, она сказала потом. Но Ева, потому что занята, она звонит стоматологу твоему сегодня. Она сегодня, когда она лежала еще на кровати. Боже. Никусь, подожди, в другую сторону попробуй. Обратно. Так, надо чуть-чуть. Чего ты там? Хулиган. О май гад. Что, мне кажется, есть. Они не снимаются, я уже пробовала. Мы реагировали. Чего? Ну да, конечно. Макар, у тебя идеи креативные, конечно. Нам не помогут. Да. Трал свой, убери отсюда. Уйди, Макарушка, ну ты еще сейчас усугубишь нам ситуацию. Ё-моё. Бедный ребенок, зуб болит, еще и такая ерундень. Николь, пожалуйста, как с родными, аккуратнее. О. О, прогресс. Все новые украшения, Миша? Эй, больно же ей. Не какое-то еще, а Ламборгини. Да. Ламба на волосах. Ламба. Не-не, доча, так ты сейчас, мне кажется, закрутишь. Она просто... Ты же так перепилишь просто. That's my goal. Мы тебе уже основную распутали. Если так, то возле ушей бы тебе обрезать пришлось. Вот здесь, да? Да, а это уже кончик, тут уже не так страшно. Сейчас, я покажу, что а что, он маленькие ножнички у Евушки, возьми в верхнем ящике. Да, там. И так опять. Вот так, что-то там резанулось. Я просто туда засунула, чтобы мизерное количество этих. Ну вот все, сейчас волосы разытые. О, боже мой, теперь с машинки как их вытащить, скажите. А что это у меня такая? Вы только посмотрите, волосатая машина. Капец какой-то. Сынок, пойдем домой, пожалуйста. У тебя вся голова уже мокрая насквозь. Как это no? Пошли давай. Позови Никольку. Я не буду. Из-под каждого куста набирает и тащит туда. Погода, конечно, только спать. У меня еще так болит голова. Блин. Он лист оттуда добавляет. Даже один раз мало. Николенька, можешь мне сделать чай с имбирем? Вон. Имбирь, лимон. Имбирь, кружочка 3-4 и этот лимон. Один был. И сахар. 2 ложечки. Он туда все добавляет. Ужас, ужас. Ты что там, цементный раствор мешаешь, да, что ли? Камни, грязь. Вода. Камни, грязь, вода, лайм, что еще, листья, опилки. Майка даже не хочет никуда идти, лежит себе сегодня целый день.
такие днюхи на карантине. Нифига, сколько машин, да? Целая свадьба, ка. А бабульки. Девочки там 13 лет исполняется. 13? Классно. О боже, сколько машин, это же офигеть. Они, мне кажется, сейчас разворачиваться будут и поедут, наверное. Круто. Я хочу себе такое день рождения. Пора. С шариками. О боже, они не кончаются, все наряжены как на свадьбу. Там еще едут. Так круто. Обалдеть, они у нас на улице там не поместятся, там уже тупик, куда они все заезжают, непонятно. Все, поздравили и поехали обратно по домам. Мы разморозили нашу капусту для голубцов. Сейчас и буду делать голубички. Была, короче говоря, на закупе целый день мы с Лерой. И вообще ничего не успели. И сейчас будем... Евонька, можешь помочь мне? Сейчас будем делать голубцы. Выпали? Угу. Евонька, еще раз. Плиз. Мои ручки золотые, мои помощницы любимые. Выбирай. Так, Мишечка, отходи. Ой, кушать хочу, сил нет. Мы как уехали с Лерой, как в этот 12 час. Так вот только явились. Что? Что? Я не могу тебя снять, ты в одних трусах. Оденься, сходи. Макар тут в кадр пытается попасть. Как всегда. Делать другой подвижный, такой, как на клетке, да, для зажарки? Угу, другой. А я еще половину зажарки заберу в фарш. Сейчас я здесь пожарила две морковки и две луковицы. Хорошо обжарим, что-то у меня масла мало, добавлю. И потом половинку заберу в фарш. Фарш я делаю говядина-курица. Мне так больше нравится, они нежнее намного. Рис, чесночок. И морковка жареная с лучком. Ну, чеснок я прям сейчас сюда добавлю, поэтому она уже будет одинаковой. Девушка, можешь мне чесночок почистить? Несколько зубчиков, а я пока возьму рис. У меня остатки роскоши круглозерного риса. Надо ехать в русский магазин. Вот. У меня как раз сейчас он весь и уйдет. Залью его водичкой, сейчас промою. И будем делать фарш. Так, вот я добавила в фарш рис. Будет немного маловато риса, но у меня больше такого риса нет. Я не хочу добавлять длиннозерный. Пусть будет так. И вот добавила зажарочку. Половинку добавила, половинку оставила. Вот зажарку. Теперь сюда у нас пойдет томатная паста. Половинка вот этой баночки. Ну, где-то 2 столовые ложки с горкой. И большая, ну, тоже где-то 2 столовые ложки горки сметаны. Немного муки, и это будет наш подлив. Сейчас мы добавим сначала муки, затем томат, либо сначала томат обжарим, потом муки, и сметаной, и зальем водичкой. Все, соль, перец, и будет готово. И сейчас я займусь также фаршем, посолю его, поперчу, и буду его вымешивать, и начинять голубцы. Разморозилась наша капустка. Готов наш фарш. Кстати, риса мне вполне себе вроде бы как хватило. Вот, сейчас мы сделаем голубечки и отправим их в подлив. Девушка, водички добавишь в подлив? Угу. Много надо воды? Ну, стакан надо. Ты мне поснимаешь? А, да, сейчас я подлив. Давай. Так, ложим, кладем листик. На толстый край складываем фарш. Вот
Вот. И с толстого края начинаем заворачивать, подворачивая внутрь края рулетиком. И вот такой вот у нас голубец. Повторим это еще раз. Ложим толстым краем на себя. Набираем фарш. Я беру полную столовую ложку. Вот столечко. Укладываем его. Накрываем толстым краем. Заворачиваем бока. Когда капустка была сварена предварительно и заморожена, она уже настолько податливая и мягкая, прям как просто шикарная, как тесто. Вот столовую ложечку ложим. Кладем. Заворачиваем. И у вас готовые голубички. Подлив я его посолила, поперчила. Я его уже попробовала. Он получился просто фантастический у нас. А у меня фантастические макароны. Лера себе варит рядом, стоит фантастические макароны. Потому что она жутко уже опаздывает. Она об этом еще сама даже не догадывается. Я. У меня? Да. Это морковка. Поверьте мне, будут обалденные голубцы. Просто взрыв мозга. Ну, я с детства люблю голубцы. Вот полной столовой ложки хватает фарша, чтобы красивее получились. Закрутились наши рулетики. Ну, дальше у меня идет капустка уже меньше, и вы сами уже регулируете начинку. Я пока ложу в том же количестве. Дальше будем посмотреть. Масло еще не положили, мам? Нет, еще. Нет, еще на столе, доча. Еще я притащи мне масло, пожалуйста. Я очень рада, что я заморочилась и заморозила тогда эти листики. Намного податливее, мягче. Смотри, это укладывается капуста. Просто шикарно. У меня тут попадается уже теперь даже с ледышками, еще до конца не растаяла. Но все равно закручивается на ура. Что, фарша много, да? Да, фарша много, сейчас сделаем тефтельки. И то, представь, я достала только пол капусты, половинка еще осталась в морозильнике. Угу. Быстро, да, очень быстро. Удобно, просто очень удобно. Кто сказал, что я опаздываю? Я. Да? Метеор. Метеор, одним словом. Когда в сутках 24 часа, Лера успевает поработать 28. Вот так вот. Моя дочь. Моя школа. Дедушка всегда тоже говорил, что я метеор. Так, делаем вот такие вот тефтельки. Кстати, бабулька, с которой я сижу, тоже так говорит. Как, что ты метеор? Угу. Вот так. Я вообще не понимаю, как ты это все успеваешь? Угу. А на следующий говорит день. Ты вчера ко мне приходила? Меня какая-то девушка в магазин возила. Лера говорит, вообще-то это была я. Вот тяжело работать с пожилыми, это просто кошмар. Я бы, наверное, с ума сошла. Представляешь ли? Я... Она ей сидит и рассказывает, что ее девушка какая-то в магазин возила, прикинь. Хотя это была Лера. Ну вот как? Так можно узнать, что о тебе думает. Да, да. Ой, я каждый раз узнаю. Лерочка, как тебе наши голубички? Такая девушка была. Красивая. Угу. Ну, примерно так она и есть, да? Не так, что ты. Так.
Верке даже краситься на работу нельзя, поярче, она ее не узнает. Хочешь? Я один раз губы накрасила, она такая... Посмотрите, что у нас получилось. Так. Все это дело мы сейчас пойдем сюда. Идем. Укладываем наш соус. Соус. Да, соус. А как вы хотели? Соус. Нет, я показываю, что это соус. Так. Укладываем. Здесь еще раз повторюсь. Морковка, чеснок, лук, зажарка, то есть томатные пасты 2 столовые ложки и сметана 2 столовые ложки. Плюс и соль. Перчик, соль. Да. И вкус просто бомбический. Мы уже попробовали с Евой. Как всегда. Укладываем их на срез, где у вас там листик подвернулся, чтобы они не разворачивались в процессе готовки. Сейчас добавим водички и закроем крышечкой. И пусть они себе кипят, томятся и радуют вас. Да. Радуют нас, радуют нас. Сейчас я добавлю водички, возьму кошек. Ну, пока я не полюбуюсь. Давайте я включу свет. Покажу. Так, добавляем водички аккуратно по краю вашего сотейника, казана, сковородки, всего чего угодно. Вот, я сейчас, наверное, добавлю еще немного. Не обращайте внимания, это у Леры видео идет. Добавлю немного соли, потому что, мне кажется, будет не очень солено. И все. И потом вам останется только, уже когда будет готово, открыть крышку, засыпать все зеленью, какую вы любите, вашу любимую зелень. И у вас будет шикарный обед готов. Да. Все, насаливаем. У нас жутко несоленая соль, и я просто боюсь, что она будет недосоленой, поэтому я хочу досолить. Так, все, закрываем крышкой, включаем на максимум и ждем. Макарка уже лопает кукурузку. Нам сегодня Лерка рассказала лайфхак, как быстро и классно варить кукурузу. Ей ее бабушки, дедушки рассказали. Сейчас доварится Мишелькина, и Ева вам покажет, как быстро и просто сварить кукурузу. Да, Макар? Да. Вкусная? Да. Нравится? Любишь кукурузу? Угу. У нас все очень любят кукурузу. Угу. А Евушка мне сделала коктейльчик. Посмотрите, какой красивый. Это малинка в шампанском. Я просто невозможная погода, просто вот настолько... А? Ева мастер коктейлей говорит. Настолько, блин, настроение такое плачевное какое-то, тоскливое. О, посмотрите, сколько опять манго нападало. Да, я так хотела это сказать. Так из-за манго, да? Идет ливень. Макарушка, это алкогольный коктейль, вам его нельзя. Посмотрите, везде здесь манго, блин. Думала, Макар сегодня собирал уже утром. Вот сейчас опять прошел дождь, ветер, и оно снова нападало. Вот. А мы с Леркой были в магазине, и каждый раз, когда нам надо было выходить и идти, был ужасный ливень. Мы промокли все насквозь просто. И сейчас Евушка отогревает меня шампанским с малинкой. Это так вкусно. Мишелька сделала себе в стул, притащила свой жилет. Застегнула его на стул и говорит: «Господи, теперь у меня самый мягкий стул, не собирается его снимать». Пометила, короче, свой стул, да? А ты что такая лохматая, что тебя расчесала перед отъездом? Не знаю. О, боже, кошмар. Никуська там делает уроки на двух сразу компьютера. Я здесь своей. О, уже там что-то попкорн, кажись. Ну, должно дойти, Лерсон, на 5 минут. А сколько еще осталось? Может, это поменьше кукурузка? У меня на этом нокс, это еще минута подсказки. Короче, их можно использовать. Хулиганка. Мама. Их нужно учить. Мама. Да я мать. А? Я мать. Я... Да ладно. А здесь у меня сейчас. Все ясно. Сейчас доварится Мишель на кукурузу, и мы вам покажем, как это делается легко и просто.
Мама! Мне кажется, надо еще можно, потому что ты их сам. Мама! Их из интернета не придешь. Очень вкусно шампанское с малиной. Очень вкусно. Мама, что? Я эту. Это нет, это как? Это нельзя маленьким деткам. Это что? Что там наши голубцы закипели? Я. Скоро кушать будем. Голубцы, это, наверное, самое любимое мое блюдо. Ой, это сейчас сметаночка укропчиком засыпем. Ой, какая вкуснятина будет вообще. О! У нас макаровская кукуруза так не щелкала. Что это такое там? Ева, ты куда смотришь? Я сколько осталось времени? Сколько осталось? 2 секунды? 5. Ну, ждем. Сейчас Евушка вам покажет. Поставит папе вариться кукурузку. Берем кукурузу. Обычная салфетка, баунти у нас называется. Салфетка для рук. Сухая. Сухая салфетка. И закрываем, ставим на 5 минут. На максимум, да? На 5 минут, да. 5 минут, режим максимум. Все? Через 5 минут у вас готовая кукуруза. Солите, мажете маслом и едите. Так, у нас здесь, все очень красиво. Он, наверное, раскрутился немножко, поэтому надулся. Ну, ничего страшного. Но самая вкусная кукуруза – это на гриле. Да. Смазанное маслом. Девушка, давай достанем укропчик, уже можно засыпать, мне кажется. Тя, кукуруза, еще одну взяла, она сырая, положи. Сынок, она сырая, ее надо варить. Сейчас будем кушать. Сынок, подожди, будем сейчас голубцы кушать. Все. Отлично. Крышка у нас не родная, поэтому смотрится комично весьма. Сколько там осталось? 3.41, да? Вот готова наша кукуруза. Мы ее разворачиваем. Все, она уже сварилась. Солим. Все готово. Можно употреблять. Это чья была очередь? Папина. Ну все, неси. Салфеточки неси. Вот такие голубички у нас получились. Сейчас добавим сметанку и приятного нам аппетита!